В этом ролике я создам фонд помощи бездомным, соберу кучу денег и буду помогать им, дам еду и работу. И воспользовавшись их доверием, с их помощью свергну мэра. А за идею такой отыгровки спасибо этому челику. Поехали. Так, первым делом возьмем лицензию мэра на наш фонд помощи бездомным. Я думаю, мэр нам точно не откажет. Ой, ну такое я, конечно, не люблю. Вы не любите помогать бездомным? Ну я их расстреливаю. То есть я могу основать фонд помощи бездомным или нет? Все. Зачем ты бьешь меня? Ай! Пожалуйста. Случайно, извините. Ну, смотрите, вот подписывайте вот эту вот бумажку. Мэр дал ручку. Я взял ручку и подписал документ. Мне нужно дополнительное финансирование государства. Мне нужно 100 тысяч. Где ты будешь строиться? Давай так. Мой центр уже готов. Он находится напротив полицейского участка. Так там же бандосы живут. Вон, напротив полицейского участка? Да. Нет, там мой центр находится, мой фонд. Давайте я вам сейчас дам. Ну вот, сначала половину дам. Если я увижу результат, значит еще дам половину. Ну без проблем, без проблем. Так, 50 тысяч это довольно-таки большая сумма. Первым делом я куплю себе дом. Всегда хотел большой дом частный. Ох, хорошо, так, вот эту дверь. Все, весь дом мой, скоро буду его обустраивать. А пока я обустроил здание фонда. Наполнил я его кучей коробок, едой и прочим мусором, чтобы у людей сложилось впечатление того, что я действительно кому-то серьезно помогаю. Посмотрим, даст ли мне хоть кто-то денег. Эй, что ты тут делаешь? Я скрывался. Свали нахуй отсюда, нищий. Так, нам нужна рекламка. Обратился в рекламное агентство через ПК. Напротив ПД открылся фонд помощи бездомным. А где можно пожертвовать бездомным? Давайте сюда, давайте выкладывать. О, вы очень щедрый, сэр, это невероятно большая сумма. Как вас записать, так, как вас записать? Саша Белый. Ага. Записал имя владельца пожертвования в реестр. Так, Саша Белый, спасибо вам большое за это пожертвование, вы невероятно помогаете нашему фонду, Саша до свидания. Белый, Саша Белый. Ага, хорошо, да, до свидания. А кто еще хочет внести деньги в наш фонд? Записал в реестр. Записал. А вы хотели пожертвовать, да? Да-да-да, я тоже хочу пожертвовать. Сколько хотите пожертвовать? Большое спасибо. Вас как записать в реестре? Лотус, да. Записывает. Прекрасно, прекрасно. Так, следующий. Давайте просто выкладывайте все на стол, давайте. В очередь не надо, просто выкладывайте все бабки на стол. Спасибо большое. Ладно, все, выметайтесь отсюда все. Да, блядь. Что, того самого? Ну, сейчас. Видите все, сейчас будет подготовка к помощи, будем помогать бездомным. Спасибо всем людям, которые внесли деньги, они пойдут на помощь бездомным. Он в казино играет. Вау, я постоял 2 минуты возле казино, я получается играю в казино, отойдите от меня. Вот мы оставим. Кажется, люди начали подозревать, что я не очень справедливо трачу деньги, на что я придумал просто гениальный план. Но первым делом я купил еды для бездомных. Возле мэрии будет раздача еды бездомным от фонда помощи. Бездомные, подходите, бездомные. О, бомжара, 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 ты пришел, бесплатная еда, бомж, иди сюда. Держи. Да, вот. Держи. Спасибо. А взамен я хочу лишь одно, приведи как можно больше бездомных, мы хотим помочь всем. Ну, надеюсь, я смогу это сделать. Ты бомж? Ты бомж, блядь? Тоже, блядь, я вообще не страшно, мужик. Ты не бомж, ты одет вполне прилично. Катись отсюда, нахуй. Да, блин, у меня дома моих можно, да съебал, тебе говорят, нахуй съеби, что ты несешь, блядь. Держи, держи, нищий, держи, вот. Передал сосиску с бананом. Всех накормим. Так, и ты сюда, иди, давай, давай. Всем бесплатной еды, вот. Бананы, сосиска. Да, можно еще картошку? Господа. И такой вот бонус. Заходите. Нас насиловать будут. Нет, нет. Так, смотрите, господа. Эй, ты чё? Ты знаешь, сколько эта хата стоит? Я дырку делал. Нет, ты не будешь делать дырку. Ты что, бьешь его, блядь, долбоёб? Ты чё? Так, блядь, блядь, бомжи все, на верхний этаж, сюда, быстро, и в линию постройтесь. Я скажу, что делать. Итак, я дал вам еды, я дал вам еще еду, я могу даже дать вам денег, но вы должны построить мне дом. Картошку дам, да. Вы должны сделать из этого дома просто хату мечты топ-1. Это, я вам по секрету скажу, это мой дом, и тут все должно быть идеально. Картошка нужна, бульба. Картошка будет. А, у меня картошки. Да, много. Картошка. Стройте мне дом, давайте. Давайте, стройте, стройте. Быстрее, быстрее, быстрее.
сейчас вот эти дома. Чем лучше хата будет, тем больше картошки вы получите. Во, красиво, красиво. Хорошая гостиная получается. Давай, давай, работай. Я нашел шкаф с журналами для взрослых. О, хорошо подходит, да, к стене, отлично. У вас хороший вкус, точнее, у тебя. Блин, опять какую-то херню подкинули, как всегда. О, хорошая ванная. А теперь построй мне офигенную спальню. А, вообще без проблем. Быстрее, строй дом. Иначе вот, хер тебе не картошка. Вторая ванная построил. О, вторая ванная. Да, отлично, отлично. Только дверь немного, да, подпирает. А куда вот пол ставить-то? Это куда угодно. Слышь, а можешь вот ты. Сделай коврик здесь, коврик, чтоб ноги подметать, когда в хату входишь. О, слушай, красиво, реально красиво, мне нравится, да. Чё ты коврик долго делаешь? Да коврик делаю, нормально. Ещё ты мне тоже картошку уже, блядь, целый ящик. Давай коврик один сделать не можешь, блядь, вообще что ли, дебил? Я могу что угодно сделать, я по специальности архитектор. Вот и все, ну не так же, вот, все, идеально. Только его поменьше надо было сделать. Что сделать, чтобы картошку мне туда... Ладно, все, хватит, в принципе, этого хватит. Общий сбор, бомжи, общий сбор. Можешь нас нормально называть. Нищие люди. В общем, держите. Раскидал картошку по комнате. Комнате. Картошка. Твоя картошка. Все, у меня весь дом теперь от вас воняет. Так, нужен мэр. Пойдемте к мэру, мэрю. Да чего вы? Мы к мэру. Это с фонда помощи бездомным. Да, в общем, я с фонда помощи бездомным, нам нужно финансирование. Знаете, у нас сейчас не такое уж и финансовое положение, чтобы спонсировать фонды. Именно поэтому перед мэрией стоит толпа разъяренных бомжей, которые готовы ее штурмовать. Понимаете, еды не хватает, у нас нету денег, чтобы еду купить даже. Так не я же делал такую судьбу бомжам, чтобы их истребляли, я же другой мэр. То, что у нас так много бездомных, это все результат вашей политики, экономической ситуации в городе. Вы в этом виноваты, поэтому, пожалуйста, профинансируйте наш фонд, и мы поможем бездомным, и они не будут на вас, так сказать, давить. У нас ничего нет. Дайте денег. Вы имеете собственное финансирование? Нет, мэр подписал, мне дал документ, в котором говорилось, что он, то есть правительство города, полностью финансирует наш фонд. Он мне даже 50 тысяч дал. У нас был договор, что если помощь будет проходить, то он будет давать больше денег, то бишь вы уже новый мэр. Сейчас сложный выбор. Слышите, бездомные, они не хотят нас финансировать, мэр не хочет финансировать нас, представляете? Не хочет давать нам денег. Я сейчас выхожу и общаюсь со всеми спокойно. Ну давай, поговори с ними. Сотрудник только что оглушил меня палкой. Вот до этого прекрасного человека всем было просто наплевать на бомжа. Ну а в чем сама проблема? В чем само бытие? Проблема в том, что они бомжи. Вы не видите? У них нет денег, блять, работы, еды. И мы пытаемся им помочь, а вы не даете нам денег, чтобы им помочь. Уходим. Забирай, черт с тобой. Не верьте ему, не верьте, пожалуйста. Он врет все. Он никогда не делал финансирование. Тогда я ладно. Знаю, что он врет, но... Я вру! А, я еще и вру! Ну, ждите, скоро мы придем с бездомными, вам все скажем. Идемте, бездомные, у меня для вас есть... Господи, блядь. Бездомные, ко мне. Каждый из вас, господа бомжи, получает $5000 от мэра. Ну, точнее, от меня. Это мало того, что мой дом, это еще и ваш дом, вы его строили. Ну, жить вы тут не можете, если че. Блять. Ладно. У тебя нормально так всех расстреливать? Господи, нихуя себе, вы просто Брэмбо, блять. Каждому по 10 тысяч теперь. С этого момента я понял, насколько сильны могут быть бомжи. Я не стал медлить. Фонд помощи бездомным организовывает митинг возле мэрии. Дорогие господа, нищие, бездомные, чего мы хотим? Чего хочет наш фонд? Мы хотим денег, чтобы дать им вам. Наш фонд хочет дать вам новую жизнь. Хочет дать вам денег, хочет дать вам картошку, хочет дать вам рабочие места. И мы не хотим рабства. Мы хотим, чтобы мы стали полноправными членами общества. И мы станем. Но мэр этого не хочет. Мэр считает, что он самый главный, что у него должны быть все деньги, все запасы картошки. Давайте пойдем к мэру и выскажем ему все, что о нем думаем. Мэр!
Новое финансирование, пожалуйста, можете предоставить? Какое финансирование? Какая сумма, назовите? Полмиллиона. Полмиллиона? Что? Да. Этого вполне хватит. Я вам сказал, что мы работаем дома, но... Я вам дал финансирование. Жалкие 50 тысяч, которые потратили просто за день. Ну, мэр, вы будете давать нам деньги? Если вы не даете деньги, то хорошо, у нас есть альтернативный вариант. То есть вы хотите, вот вы нам сейчас угрожаете каким-то... Нет, я не угрожаю, я хочу, чтобы вы вместо денег дали нам здание мэрии, чтобы тут жили бомжи. Любые земли для размещения, кроме мэрии. Хорошо, дайте миллион. Нет, только... Тогда давайте мэрию. Давайте заберем особняк. Вы ставите такие варианты, что в любом случае безвыходно, да? А что тут безвыходного? Господа бездомные, можете расселяться тут, мы теперь живем. Только попробуйте меня арестовать, и вы сразу на том свете... Я говорю, что мы тебя не хотим арестовать, мы заковали тебя в наручники на всякий случай, ведь мы увидели пару ваших... Ваши, стреляют! Так, дам вам земли, ладно, расселяйтесь, только больше не надо. Мэри, да? Вы выберите комнаты любые. О, спасибо. Расселяйтесь, это ставьте тут свои вещи, разбрасывайте мусор, мы теперь тут живем. Теперь мэрия, приют для бомжей, приказ мэра от 2 декабря. А теперь давайте немного пошумим. Пиво! Давайте пить пиво! Давайте, накатываем вечеринку. Взял пиво и пьет. Почему вы поставили так много вещей? Я же сказал, вам не верхний этаж разрешил. Это мало. Что? Вы нам сказали мэрия, это теперь наш дом. Я сказал, дом для бездомных. Я вам отделяю комнаты, но... Стоп, точно, есть же еще первый этаж. Винсент, ладно, а можно вам задать плохой? Задавайте вопросы всем мэру. Мэра, а где можно кухню сделать для бездомных? Наш фонд хочет кухню сделать. Возьмите себе какую-нибудь комнату, ну пожалуйста, больше... Я понял, хорошо, мы возьмем эту комнату, вы не против? Мэр, давай. Нет, эту не... А, хорошо, я понял. Слушайте, мне кажется, господа бездомные, что мэр нам немного мешает. Давайте застроим его кабинет стеной. Господин мэр, вы не против? Мы тут немножко перекроем ваш кабинет, вы же сами сказали, да? Хорошая работа, господа бездомные. Вот вам картошка. Ура! И что за говно? Я думаю, это был акт агрессии от мэра. Я думаю, можно открыть ответный огонь. Закидывай гранату, закидывай. Отойдите. О, хорошо. Ёб вашу мать, да почему вы не можете их убить там? Просто закидайте их гранатами. Короче, скажите мэру, что уже все закончилось, тут никого нет, он выйдет и убьет. Мэр, перемирие. Мэр, перемирие. Кто хочет переговорить? Давайте, говорите. Мы хотим. Что вы думаете? Хорошая работа. Ура! Отлично. Вы хорошо постарались. Теперь я стану мэром. Все, я зарегистрирован на выборы. Печенье выиграл выборы за главу города. Что, блядь, я проиграл? Здорово. Плохо проигравший выборы. Так, пустите печенье, я знаю, он меня впустит. Винсент, мне вас ждать, пожалуйста. Это все подкупка. Это на смарку, что ли? Выйдите отсюда. А еще, я ненавижу бездомных, я вас использовал, идите нахуй. Что? Я так и сделал, блядь. Что ж, как мне кажется, идею я выполнил. Конечно, отыгровка не была серьезной, но какая-никакая мотивация и причины революции были обыграны. Да и РПшить за фонд помощи было довольно интересно. Ставьте лайки и предлагайте свои идеи для отыгрока в комменты. Всем пока.